Привет, друзья! Наконец-то весна пришла и в наши края. Сейчас практически середина апреля. Снег в лесу уже практически растаял, как видите. И эта самая пора дарит нам шанс воспользоваться дарами природы, а именно добыть уникальный, и я даже не побоюсь этого слова, целебный по своему составу и свойству напиток. Это березовый сок. Я вам покажу два способа, которые я сам знаю и применяю. Один — это такой цивилизованный способ, назовем его дачный, и второй — туристический. Но для начала, друзья, немножко теории о добыче березового сока, как это у меня по традиции заведено. Поехали! Для начала хотел бы несколько слов рассказать. Ух ты, каркуша! Там воронье гнездо, оказывается, такие черные вороны летают. Я, конечно, место то еще выбрал. Они же не знают, что я их никак обидеть не собираюсь. Беспокоиться. Ну да ладно, природа просыпается. Так вот, несколько слов о полезных свойствах березового сока. В интернете вы сможете найти более развернутое описание. Я же скажу, что он содержит в себе огромное количество полезных веществ, таких как магний, железо, микроэлементы и витамины. Недаром в народе говорят, кто березового сока напьется, тот здоровья на весь год наберется. Да, он позволит восстановить употребление сока весной березового, позволит восстановить иммунитет, ослабший после зимы, на весь год вперед. То есть употреблять березовый сок можно и нужно, особенно у нас в России, он к добыче абсолютно никак не запрещен. Теперь давайте поговорим с вами, в какое время весной уже можно начинать собирать березовый сок. Вот в некоторых источниках читал то, что березовый сок нужно собирать с третьей декады марта. Но это, конечно, полный бред, друзья. У нас вот в нашей средней полосе в третьей декаде марта еще снега по горло было. На полях снега сантиметров 80. В лесу вообще я там молчу. Ни о каком сборе березового сока и речи быть не может. И эти все... Никто вам никогда не скажет точную дату сбора березового сока. То есть все зависит от климатических условий. Но есть, однако, несколько правил, который позволит вам понять, пришло ли время для сбора сока. Ну, самый такой верный признак — это следите за почками берез. Если они начали набухать, становятся такими мягонькими, то все, сок уже пошел, сок можно собирать, начинать. Если же они еще сухие, то пока время для сбора сока не пришло. Также, если вы заметили, что вот почки уже набухли, можно сделать несколько проколов ножом, неглубоких проколов коры березы. Если вы увидите, что проступает капелька березового сока, все, собирать сок уже можно запросто, все в порядке. Обязательно, друзья, следите за погодой. Начать собирать сок можно, когда температура воздуха в дневное время устаканится в районе не менее 4-5 градусов тепла. И в ночное время желательно, чтобы уже не было заморозков. Вот это уже такой верный признак. Природа вам сама будет подсказывать, что сок уже пошел, его можно тоже собирать, начинать. Однако бывает такое, особенно вот в апреле, такое еще межсезонье идет весеннее, что вот вслед за оттепелью пришли холода и начались заморозки. Вот тут лучше повременить со сбором сока. Течение его будет очень слабым по стволу дерева, и результат будет низкий очень. То есть, ну, сока вы добудете очень мало. Вот дождетесь. В общем-то, я скажу еще раз, природа вам сама будет подсказывать все эти знаки, когда уже можно собирать, начинать березовый сок. Несколько советов и правил, как правильно нужно собирать березовый сок. Правило первое. Никогда не берите сок у берез диаметром менее 25 сантиметров. У берез с тонким стволом вы никогда не соберете много сока, плюс ко всему все-таки дерево молодое, вы можете нанести ему вред. Старайтесь выбирать стволы берез потолще. Таким образом, с такого дерева вы сможете собрать примерно 2-3 литра сока. Расстояние от земли при этом также не делайте более 40 сантиметров. Потому что я в некоторых роликах вот по сбору сока, YouTube полон такими роликами. Ребята тоже показывают. Я видел, что вот берут и прямо где-то там на уровне головы вешают всякие бутылки, там банки и так далее. Смысла в этом я абсолютно никакого не вижу, так как сок идет от корней дерева и по стволу вверх, поэтому наибольшего КПД вы достигнете, если будете брать где-то примерно сантиметров 20-30 от земли. Третье правило: никогда не делайте слишком глубоких отверстий в березе, не более 3, максимум 4 сантиметров. Сок все равно протекает между корой и стволом, верхними слоями ствола, поэтому заглублять глубоко там сверло или топор нельзя. Я вообще топор сказал, я вообще против топоров. Мы будем с вами цивилизованно добывать сок. Так вот, поэтому 3 сантиметра это самое оптимальное. Сок уже пойдет, если он есть, он пойдет. И не забывайте, что вы наносите рану дереву. И чем глубже эта рана, тем более болезненно дерево будет переносить и залечивать эту рану. Я вам потом, когда мы соберем с вами сок, покажу, как помочь дереву побыстрее залечить рану. Никогда не собирайте сок вблизи каких-то автомобильных трасс, где-то, где промышленные какие-то объекты находятся. Но я уж не говорю вообще о сельхозполях, кладбищах и так далее, где на сельхозполях землю удобряют какими-то химикатами обычно, и все это проникает в почву, корни деревьев питаются этими веществами. Вот от такого сбора пользы у вас не будет никакой. То есть, а даже может быть и вред нанесете своему здоровью, это может вызвать даже какие-то аллергические реакции. Лучше всего это где-то за городом, подальше от людей. На даче, может быть, в лесу, в березовой рощице прекрасной собирать такой сок. Вот это будет самое то. Ну и теперь, друзья, когда я вам рассказал о теории, пришло время приступить к практике сбора сока. И мы переходим с вами к способу первому, цивилизованному, дачному. Поехали! Итак, друзья, приступаем к цивилизованному, дачному способу сбора сока. Для этого нам потребуется дрель-шуруповерт и сверло по дереву диаметром. Вот я взял 8, больше брать не нужно. Слишком широкое отверстие не делайте. Дереву вред наносите. Поэтому вот 8, не больше. Да, я говорю дрель-шуруповерт с аккумулятором, но в принципе, вот есть дедовские дрели, и у меня такая, кстати, в гараже где-то там я видел на антресолях есть. Ручная дрель, ей также, в принципе, можно засверлиться в березу без особых проблем. Я вот выбрал вот такую березку с хорошо развитой кроной. Она такая толстенькая, хорошая. Значит, еще отмечу, что с одной березы никогда не берите более 2-3 литров сока, не жадничайте. Я думаю, литра 3 с этой березы мы с вами соберем. Также нам потребуется тара для сбора сока. Это может быть, вот как я взял, стеклянная банка, либо пластиковый бутыль какой-то. То есть все то, что желательно имеет широкое горлышко. Для начала, друзья, не лишним будет немного очистить кору, вот снаружи прям кору березы, чтобы всякие вот эти мелкие фракции не попадали у нас с вами в сок. Мы еще баночку потом марлей покроем, я вам покажу, прикроем. Ну вот так вот чуть-чуть очистили место сверления и приступаем к сверлению. Вот, как видите, у нас с вами сок прямо таким хорошим напором пошел. Так что еще раз вам скажу, вот они 3 сантиметра, глубже не делайте. Я еще подготовил вот такой вот желобок, вырезал его. Лучше берите из орешника, у него хорошо уходит сердцевина, удаляется. Удалил сердцевину, наверное, длинноватый. Но сейчас, если что, укоротим, не проблема. В принципе, делается прямо, как говорится, не отходя от кассы. Ну, некоторые, я видел, используют там даже трубочки такие, знаете, для коктейлей, для соков, тоже вполне эффективно. Кто-то желобки делает там железные, но я не сторонник, вот, алюминия, железо, все-таки боюсь, что может как-то войти в реакцию окисления. Вот так вот вставляем его сюда прямо, он хорошо тут расщепляет. Немножко под углом делаем. Вот он, видите, сок уже пошел здесь у нас с вами. Чуть-чуть туда забиваем молоточком. И подставляем банку. Я ее, вот видите, как марлечку положил, чтобы, ну, падает всякое там с коры дерева, что-то ветром приносит, листву там, веточки какие-то. Чтобы ничего у нас с вами внутрь не попадало. То есть напиток у нас с вами будет чистый. Вот, собственно, и вся наука, друзья. Время сбора, наибольшее КПД, течение сока по стволу, интенсивное, с 11 до 4 часов дня. Можно оставлять запросто на сутки, на ночь банку. На следующий день придете, у вас уже там вот 3-литровый я собирал, ну, литра 2-3, может быть, даже все у вас будет. Сейчас течение такое, оно среднее, я бы не сказал, что интенсивное, но среднее. По капельке, потихонечку капает, можно даже посидеть, посмотреть, полюбоваться. Очень нервы успокаивает. Ну вот, эту банку мы с вами здесь оставляем и переходим к следующему способу, туристическому. Я вам покажу, как можно буквально минут за 10 собрать кружечку березового сока, где-то, скажем, в походе. Для второго способа сбора сока нам с вами потребуется всего лишь нож, тара для сбора, собственно, сока и скотч. Скотч – это универсальная штука, друзья. Приступим. Для начала нам необходимо с вами верхний слой коры, не заглубляясь, сделать такой V-образный надрез. Вот прямо вот так вот по коре. Сильно нож не заглубляйте. Вот такой вот надрез. Теперь поддеваем вот здесь вот снизу кору. Ну, здесь она у нас с вами немножко трескается, ничего страшного. И вот так вот ее отколупливаем отсюда. То есть нам нужно поддеть вот этот верхний слой коры. В итоге, друзья, у нас с вами получается вот такой вот крюк. Слишком там, я говорю еще раз, заглублять ножом не нужно. Это старый слой коры, ну, он такой, поэтому вреда дереву вы не наносите. Он потом отмирает, под ним уже будет новый слой. И теперь вот здесь вот, тут надо очистить, чтобы все ровненько было. И желательно как бы такой небольшой наклон. Мы делаем проколы, неглубокие проколы. Где-то примерно вот так вот, ножом. Вот видите, капельки сока уже выступают, уже пошли. У нас получился такой в виде крюка, как бы крюк, да, и по нему из этих отверстий неглубоких сок стекает вот на этот конец крюка. Собственно, что нам и требуется. Я вот 4-е отверстие сделал, но ничего страшного. То есть вот то, что и требовалось по центру. Теперь прикручиваем сюда нашу с вами кружку. Вот прямо под этот крюк подставляем. Вот, собственно, и все, друзья. Какие-то несколько минут, и у нас с вами сок туристическим способом капает потихонечку с нашего с вами крюка вот этого вот в кружку. Минут за 15, ну за полчаса вы эту кружку соберете себе. В зависимости от скорости течения сока. Да, еще один момент. Вот я взял кружку, но в принципе этот крюк, по нему все стекает. У самого окончания его можно и пластиковую туда бутылку, там 1,5-литровую, прямо чтобы внутрь, в горлышко у вас капало. Чтобы ветер капли никуда не сдувал. Собственно, вот и все, друзья. Вот такая наука. Ну что ж, друзья, с момента того, как я поставил наполняться березовым соком кружку, прошло 15 минут. Давайте посмотрим, что у нас получилось. О, ну вот, смотрите, практически кружка полная. Сейчас я сниму скотч, и пора употреблять данный сок, данный продукт полезнейший. Вот и все, собственно. Таким образом, где-то в турпоходе, на природе, вы можете запросто набрать себе вот такую кружку минут за 15. Ну что, друзья, с момента того, как я поставил нашу с вами банку наполняться березовым соком, прошел день, меньше суток, прошел день. Мне уже интересно пойти проверить, сколько там сока у нас наполнилось. Ночью немножко похолодало, я думаю, что вот течение сока немного снизилось. Ну, думаю, что 1-2 литра как минимум точно должно быть. Пойдемте смотреть. О, ничего себе красота какая! Я думал, что будет меньше. Тут все 3 литра, друзья. Ну, вообще отлично. Прямо все как нужно. Да, вот как я и говорил, немножко ночью похолодало. Ну и сегодня температура воздуха снизилась, ветер поменялся, северо-восточный сейчас. И стало слабее капать. Но это ничего страшного, куда вот больше. В принципе, вот с одного дерева, как я и говорил, 2-3 литра вы точно соберете. Отлично. Ну что ж, получилось у нас с вами замечательно. Я собрал 3 литра прекрасного березового сока. И самое время помочь деревцам, где я брал туристическим способом. И вот эту банку, где засверливал, помочь залечить поскорее свои раны. Сейчас я вам покажу, как это делается. И надеюсь очень, что вы также, когда будете собирать сок, поступите точно так же, как и я. Пойдемте. Вынимаем наш с вами желобок. Кстати, он еще может пригодиться, высохнет для другого дерева, чтобы новый не делать. Вот здесь немножко вот так вот вычищаем. И вот я подготовил вот такую вот пробку из сухой ветки. Вот эту пробку мы в отверстие, которое сверлили, вставляем и прямо туда заколачиваем. Молоток с собой не взял, но ножом сейчас. Теперь берем глину, обычную землю. И по краям вот так вот замазываем. Она высохнет, не даст больше сока вытекать. В скором времени глина эта высохнет, не даст больше соку течь. Если вы находитесь на даче то можно использовать садовый вар, либо в лесу, но здесь вот я не нашел елей, еловую смолу, что тоже хорошо будет. Здесь разобрались, пойдемте с вами к тому дереву, где я в кружку собирал. И здесь, друзья, пробок никаких забивать не нужно. Достаточно также глиной хорошенько замазать вот эти вот отверстия. Промазываем. Через эту глину пока немножко будет проступать, но ничего страшного. Она высохнет, и ранки эти у нас с вами у деревца хорошо зарубцуются. А вот этот вот крюк, он в принципе так и останется отсыхать. Ничего страшного не будет, это просто будет сухая кора. Вот и все. Ну вот, друзья, я вам показал два способа, как можно собрать березовый сок в весеннем лесу. Да, один такой дачный, долгоиграющий, но, как видите, эффективный. И второй туристический. На охоте, кстати, я вот тоже, сидишь на селезне с подсадной уткой, подсадная молчит, селезень не летит, сзади рощица березовая. Взял тоже, но я скотч с собой не часто ношу, веревкой обычно обмотал, пару прокольчиков ножом, и вот уже минут 10-15 сок собрал свежий. В общем, по традиции хочу вам пожелать большущей удачи, крепкого вам здоровья, пейте на здоровье березовый сок. Спасибо, что смотрели, надеюсь, что понравилось. Коллегам-охотникам хочу пожелать ни пуха, ни пера, чтобы вот эти 10 дней, у нас с вами скоро открытие, чтобы все наши мечты, как говорится, сбылись. Так ждешь этого сезона, вот эти 10 дней. В общем, увидимся с вами на охоте, друзья. Ну и пока, до новых встреч.